58-летний актер Андрей Соколов был женат 3 раза. Первые 2 брака не продлились больше года, но зато 3-й оказался крепким, хотя все равно прекратил свое существование. Соколов рассказал, почему супруга ушла от него и забрала ребенка. Андрей Соколов нашел свою настоящую любовь, когда ему уже было за 40. В 2010-м актер женился на Ольге Поповой, которая моложе него на 26 лет. Коллеги Андрея смотрели на этот брак скептически, считая, что разница в возрасте может помешать супругам выстроить счастливые взаимоотношения. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Софья. Казалось, что отношения у Соколова и его избранницы идеальные, но спустя 5 лет Ольга бросила мужа и забрала дочь. СМИ в то время писали, что супруга ушла от актера, устав от его измен. Ольга в своих интервью подтверждала этот факт, отмечая, что у Соколова были тайные романы. Но, несмотря на это, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради общей дочери. Андрей с теплотой отзывается об Ольге. Он благодарен экс-супруге за то, что та подарила ему прекрасную дочь. Также в разговоре с Борисом Горчевниковым Соколов косвенно подтвердил свою измену, хотя напрямую о причинах расставания с Ольгой не рассказал. Сейчас звезда фильма «Маленькая Вера» не торопится выстраивать новые отношения. Между тем актер не боится, что в столь зрелом возрасте он может не встретить новую любовь. Соколов отмечает, если в будущем ему все-таки представится шанс заключить брак еще раз, он будет этому только рад. Актер уверен, что у него еще очень многое впереди. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.